23 апреля около 23:20 тверские автоинспекторы при несении службы в рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости» пытались остановить автомобиль ВАЗ-2107 на перекрестке Тверского проспекта и улицы Новотошской города Твери. Водитель законного требования сотрудника полиции не выполнил и продолжил движение. Преследование прошло в Пролетарском и Центральном районах города, в ходе которого водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения и подвергал опасности других участников дорожного движения. Молодой человек 16 раз проехал на запрещающий сигнал светофора, 12 раз выехал на полосу встречного движения и совершил еще ряд административных правонарушений. Водитель остановился, столкнувшись с фурой, пытаясь уйти от преследования сотрудников ДПС уже на 187-м километре федеральной автодороги М10 «Россия». За рулем ВАЗа двигался 17-летний подросток. Свой поступок несовершеннолетний объяснил тем, что испугался. Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что возраст привлечения к административной ответственности составляет 16 лет. Автоинспекторы составили в отношении правонарушителя 38 административных материалов. Теперь по решению суда подростку грозят штрафные санкции на максимальную сумму более 100 тысяч рублей. Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что родители должны контролировать досуг своих детей, проводить с ними разъяснительную работу и не допускать фактов управления транспортными средствами.